Глубоко уважаемые ветераны, дорогие сотрудники института, уважаемые горожане, поздравляю вас с Новым годом, этим праздником, удивительным и значимым в каждой нашей семье. Именно Новый год приносит надежды на будущее, и эти надежды связаны с нашей действительностью, с нашей работой в предыдущем году, году науки и технологий, году 75-летия ВНИЭФа, тогда, когда мы реализовывали поставленные президентом задачи, когда мы вспоминали наших отцов-основателей, когда мы ставили новые научные работы и достигали новых результатов. 21-й год – удивительный год. Он и содержательный, он и тревожный. Тревожный, потому что продолжается пандемия. И я еще раз хочу отметить и поблагодарить сотрудников института, которые сделали прививку, которые реализовали комплекс мероприятий, и мы сегодня получили коллективный иммунитет 94%. Это дает нам возможность спокойной и продолжительной работы. Я хочу попросить горожан и поблагодарить их за то, что они сделали прививку, или те, которые сделают ее в ближайшее время. Именно коллективный иммунитет на территории даст возможность нашего движения вперед. В 2021 году природа испытала нас. Мы имели в течение полутора месяцев очень серьезную ситуацию с пожарами. Только коллективная работа, только самоотверженный труд сотрудников института, горожан, работников МЧС дали нам возможность победить это нашествие, которое в очередной раз испытало нас, и она была по сложности гораздо сложнее пожаров 2010 года. 2021 год – год создания Национального центра физики и математики, год выполнения решений президента по развитию фундаментальной науки на нашей территории. В рамках него создан Национальный центр, начал функционировать филиал МГУ «Саров». Мы получили первые результаты в области научных исследований по фундаментальной науке. Это дало нам возможность привлечь 30 институтов РАН, 15 вузов страны и сформировать программу до 2030 года. Причем программу не только научную, но и программу развития Национального центра физики и математики на выделенных президентом территориях, где фактически дан старт развитию новому городу. Новому Сарову с его удивительными возможностями и с его удивительными задачами. Все это вдохновляет, дорогие друзья. И то, что 100% выполнение ГОЗа, и то, что 150 наших сотрудников удостоены высоких государственных наград в год 75-летия ВНИЭФа, все это дает возможность уверенного и позитивного будущего. Мы твердо идем к намеченным целям. И эти цели связаны с жизнью людей, с благополучием людей, которые связали свою судьбу с главной задачей защитника Отечества. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю каждому из вас здоровья, вам, вашим близким, благополучия. И мы твердо говорим, Саров смотрит в будущее с оптимизмом. С Новым годом!